на каждой кочке. Если волосы растут, значит их сажают. Почему сажать цветы, мне не разрешают. Хорошо бы сделать так, срезать все кудряшки. На макушке красный мак, а вокруг ромашки. А сестренке б я своей посадил я розы. Нет цветов прекрасней роз, а сестренка в слезы. Я все маме расскажу, расскажу и спрячу. Вот возьму, вот я посажу ей за это кактус. Хорошо бы сделать так, срезать все кудряшки. На макушке каждый мак, а вокруг ромашки. А себе б я посадил ландыши, гвоздики. Научиться бы еще сеять землянику. Вот была бы голова, голова, что надо. Лес, цветы, трава, трава, летняя прохлада. Хорошо бы сделать так, срезать все кудряшки. На макушке красный мак, а вокруг ромашки. Молодцы. Интересно. Своеобразие. Пока Соня не таскает, потому что он будет картошку доставать. Куда ее бросить? Пока там, возле. Складывайте. Я сегодня не разрешу. Начните. Могла штанишки надеть, любые. А теперь хлопаешься. Я-то пошел, я знал, что я рано уйду, думаю, комар не успеет покусать. А он кусает, а он. Проволоку не вытаскивай, не видно, не надо проволоку положить. Проволока это нам нужна здесь. Я картошку-то есть не буду, вы мне принесете утром. Ладно. Я очень попрошу тебя, Володя, ты залезь там в самом конце, в углу, там капкан подними, вот так хлопни, закрой и прибей. Мне кошки замучили они. Брать. Они, может, как раз и были там, кого ждать-то? Голубей, это кто-то жрал, куча голубей. Вода была. Ну, я взял капкану, 20 за капкану поставил на крышу. Кошек своих запер, чтобы не попали. Там еще не видно. Они не вылазили. Они не вылазили. Тихо, Степа. Валерия. Самая, как прекрасна истина твоя. В моем доме она, в моем сердце она. От печали. Thank you.
Вот когда перестают петь, тогда разговаривайте. А так не нарушайте тишину. Я одну картошку. Ну вот эту споем, да? Что так одну рукой? Да, мы ее первые записали. А я сюда иду. Вася, кого ты там? Игнатий Тихоныч. Игнатий Тихоныч. Что-то больше на инопланетянина похоже. Еще скафандр остался. Что? Да не, было нормально. И будет такой зеленый человечек. Так он зеленый, он цвета бумаги. Наоборот, так, ну, бледный. Ты искупил мир от греха. Самой показывай. Я же шесть рисовал, я сказала. Они там, на футбольном поле. Да, они играют в волейбол. А, малыши, да? Почему да, малыши? Все дети играют в волейбол там. Ну, дети. Что, кто-то в лагере там? Волейбол играют. А что? Волейбол играют они. А кто? Деревенские.
Так они знают, что костер-то? Да, мы все предупредили. Ну, мне интересно. Перевод можно? Птичка села на окошко, потерикала немножко. Господу хвалу воспела, поднялась и улетела. Теперь третий мне перейди. Что мы говорим? Ты же птичка Господу воспела и улетела там в смысле. А тоже... кто? Птичка. Птичка. Значит, она переводит, что она говорит, а я не слышу этот перевод мне от нее. Он играет деревенский, это видишь, волейбол. Не нужны мы его, они обещали. Да. Никита сказал то, что... Мы сказали то, что они в прошлую пятницу не приходили. Она говорит, это потому что меня не было. Венец какой. Он есть. Нету. Ну, что-то не догадаешься, что это я. Учись рисовать. Чтобы я был похожий. Карманы похожи, а я нет. Заплаты похожи. А? Заплаты похожи. Заплаты похожи. А я нет. Брат, покажи, я в поезде ехал, пока спускался с верхней полки. Он меня он надевал сапоги. Он вот так вот чертой провел. Там я гляжу, я сижу. Рисунок. И он сидит всех, кого видит, всех рисует, и все смеются, посмотри, вот похожий. Поезд. Это талант. Коля. Как музыка, талант, так и это. Поезд. А у меня художник, он по клеточкам рисовал. Я говорю, это, потом по клеточкам обводит, иконы рисовал. Я говорю, ты меня нарисуй, не может. Я говорю, давай обручем голову закрепи, и здесь свеча, и тень обводи, которая на стене.
мою тень. Похоже будет. Они с девочкой съедают. Как в бане, да, брат? Как без воды. Играет, играет. Ну, дорогу заложил еще. Уберите отсюда. Туда, уберите. Туда, чтобы никогда не шли. Вообще, проход должен быть свободный. Всегда покоюсь, я на пажитях его, постоянно слышу голос, я люблю тебя давно. Сейчас можно подкидывать, да? Весь красный, как после бани. В баню хочу. Все, давайте натаскивайте. Мальчики, кто желает в костер? Бросайте ветки. Тараси, вон таскай, бросай. Сразу же превратится в пыль. Температура 6000 градусов. Человек превращается в пыль мгновенно. Готово. Ничего до конца. Сейчас пусть подоспинет. Я подоспину. Все, поток аккуратно носи, чтобы никого не задеть.
что у тебя в разные стороны торчат ветки. Все, ты так не таскай ветки. Ты их бери, чтобы они у тебя все вдоль были. Ваня, что мелочиться, да? А? Я говорю, что мелочиться, сразу взял охапку и понес. А что, если она так соблазнительно лежит? Аккуратно, аккуратно, не задень никого. Мало бы этой стружки бросили, она хорошо горит. Сейчас! Что потом? Приказ понял. Давайте картошку! Кару тоже. Конечно. Взяли. Не газетки, а бумажки. Я взял этот раз. По одной только давайте, детишка. Соль у тебя добра. Ваня, помоги ему разгореться. Укатилась. Ваня, достань картошку с правой стороны от тебя. Укатилась. У Валерии. Вон она, сзади. Горячая. Все, все, Вика Галач, тебя. Музыку твою. Сманили. Сманили, ну. Закрыть пока, да? Да, да. Вика, она хоть пропеклась? Я не знаю. Не знаю. Это ушастый парень. Не музыкальная пауза. Саня, что ты делаешь? Тихо, ты так не делаешь. А натрий хлор, ты далеко? У Никиты Андреевича. Говорит натрия. Агния, аккуратней, не проглоти. Все, Ваня, отходи, отходи, отходи. Ого, набросали вы, ой-ой-ой. Давай сюда, Андрей. Я хочу. Идем Украину снабжать. Вот это да, Украина. Карпаты, да. Добрый вечер. Алексей, ты... Вот вы и пришли. Алексей, ты... ты вовремя пришел. Спаси Христос. Ну что, раз пришли, надо идти. Надеюсь, вас вот, садитесь, где-то. Романа. О! Слушай, тут жарко прямо. Ну, мы только достали картошку, видишь, и разожгли. Ой-ой-ой, аккуратно, Фрося! Близко не ходи. Вот это костер. Немножко представили. На. Так, а что надо научить тебе? Вот, бумажки берите. Ага, ага. Картошечку под соль. Под соль хотят еще. О, зимина-то какой. Ой-ой-ой. Да, тебе надо их от комаров. Ой-ой-ой.
Аккуратно, Ваня. Только возле костра не бегай. Он выгнал нас. Там тут щеки горят. Выгнал костер, нас выгнал. Это на время, сейчас. Зачем было столько много? Можно постепенно класть, и будет костер поддерживать. Это комаров отогнали. Не только комаров, но и людей. Степа, аккуратней. Или комаров за пределы, или людей за пределы. На три хвостки нас. А есть соль? Никита Андреевича, а он что-то сегодня не дает. Соль не дает? Соль не дает, видишь? Где наш натрий хлор? Занят. Маленький начальник стал, видишь? Все, слабеет. Тетя Галь, заходи. Да, заходите. Я сам себя сейчас с солем здесь. Вместе с хлоридом натрия. О, видел, что? Как лучше? Как лучше с ресторана забрали. Ты что, забыл, Андрей? Я не мученик, Ваня. Мне заживо не надо сбегать. Жанну Дарк. От огня. От огня не загорается. Чтобы расплавить стекло. Хорошо. На, передай там кому-то. Хорошо, а, вот у нас соль. А может проверим, а? Хорошо, тащи. Пошли, пошли, этот кварцевый песок. Гиену огненную. Можно немножко? Слышь, мам? Давай. Я хочу пойти легко. Да, я немножко взяла. Пошел. Только тихо-тихо. Я когда собирался, так. Ну, Андрей же он может забыть-то. Он такой парень. А это уже дискомфорт. Маленький, да. В смысле, соль или что? Да. А, соль есть у меня, вот. Нашел, да, все? Папа, где-то Александра не взяла. Заходи, найди, вон он сидит. Чумаки как ходили за солью. На случай войны с китайцами. Да, они рядом. Дайте хоть соль. Там у нас лагерь. Там лагерь минут. Слава Христу. Он больше... Нет, нет, ведерко не надо. Ты картошку одну бери. Может, решила всем раздать сразу? Все, поаккуратней. Еще бей. Я еще буду картошку. Очень уж вкусная картошка. Я не ловкий машина, который вызывает из каждой дырочки. Ну вот это мы разучивали. Просто по-моему, стальной молока. О, и это я туда не могу. О, как там дымно. Так, в костер ничего не бросай. Как сталь, как гранит, вспомни, как он на руках тебя нес. Он и теперь твой Спаситель Христос. Сердце твое пусть не молчит, может оно. И как сталь, как гранит, вспомни, как он на руках тебя нес. Он и теперь твой Христос. Знаешь ли ты, что Христос любит всех? Он победил окончательно грех. Кровью своей и тебя он омыл, чтобы и ты в тех обителях жил. Сердце твое пусть не молчит, может оно и как сталь, как гранит, вспомни, как...
как сталь, как гранит. Вспомни, как он на руках тебя нес. Помни теперь твой Христос. Степа. Ты не забудь, прогони сердце страх. Вот ты живешь, завтра нет тебя прах. Только душа пусть надеждой живет. О, как хочется снять ей тяжелый свой гнет. Сердце твое пусть не молчит, может оно и как сталь, как гранит. Вспомни, как он на руках тебя нес. Он и теперь твой Спаситель Христос. Сердце твое пусть не молчит, может оно и как сталь, как гранит. Вспомни, как он на руках тебя нес. Он и теперь твой Христос. Давайте еще подпишем. Лёша, ты уже рыбарам в лагере подавляешь. Так, какой же мутанат? А можно ветки в костер кинуть? Ты мой белый парень. Можно ветки в костер кинуть, дядя Володя? Потом это споёт. Дядя Никита у нас сегодня костровой. Не, вначале ты это делаешь. Все вопросы к нему, вон он, там он. Ваня, тебе разрешил день Никита? Да. Ну все, тогда бросай. 5 минут прошло. Подбросить. Ага. Все? Подожди. Еще побежишь, да? Горит, горит, ясно, что разгорится на углях.